Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Ребенок. Das gilt für jeden hier. Просто ребенок. Сколько ему лет? 16-17? Сейчас только бах, снайпер выяснил. А целится тоже в орудий, этот водитель? А, стреляет оружейник? Чувак аж трясется, блин. Это. Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Можно никого не стрелять, просто газовать и все. Это свои, не свои. Блин, пока там нацелился. Почти километр пихтарить, окей. Тут вообще охеревший с Томпсона по мне стреляет. Че, вообще дурак? Союзники безбашенные. Так я не понял, я типа газую или я типа воюю?
Чиним по 20 сразу. Как там дела, блин, нормально. Магическим образом мы подрихтовались. Вот бы туда наверх заехать, так хочется. Наверное, попробую. А вдруг смогу? Или не смогу? Не знаю, наши это или не наши. Не поймешь, все серые. Давай, домик, падай. Блин. По родине Ненки катаемся. Типа конец. Komm schon, Stefan, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Bring sie Stefan wieder zum Laufen. Сука, что за нахер? Я должен стрелять? Du bist verrückt, Peter. Ой-ой, что происходит? Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Geruch und Blut. Да вы гоните. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ach, keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Ладно, ладно, я тоже по-немецки не понимаю на слух, так что и читать субтитры нет времени, там он чувак ездит. И не один. Все нормально. Свои... Что, сука, патронов в этой стране было? Чтоб там ни было, ну блин. Ну ё... Дробаш, блин. Окей. Дробаш американский. Граната. Дрободан, ничего себе. Там, конечно, можно было Томми с кого-то взять. Что, где, когда? Где-то штука, которую я должен подобрать. Надпись появилась, а подобрать я ничего не вижу.
Ой, понятно. Что-то, ребят, даже оружие не выпадает. Захватите зенитное оружие. Опа, я в сортире. 127 метров, это херня, конечно. Сейчас поменяем дробаш на какую-то снайпер. Пуру, блин. Да все, готов подрывать танки. Ух ты, блин. Да ну нахер, что туда прям идти? Вот прям туда. Там прям жесть, танки ездят. Вот это зенитка, вот это срань зенитка. А, то есть подбить ее, я понял, завальнуть. Все, все с вами понятно. Вальнуть зенитку, забрать зенитку точнее, вальнуть самолет, не дать коснуть мой танк. Тут типа патруль. Блин, говно. Не перегасишь же их всех со снайпы. Этот штанчик приедет и покоцает нас. Надо все провернуть, пока он там ездит. Надеюсь, он у них один. О! Шо? Того? Все? Ну за Стефану. Блять. Вернитесь в тигру. Думаете, это легко сделать? Вернитесь в тигру, блин. Может, тигр ко мне подъедет? Блин, пидоры, а? Блин, что-то загрыпал. Блин, капец. О нет, только не зависай. Нет, 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 нет. Так, ребятки, я вернулся. Значит, игра зависла. Заново мы не нажимаем, нажимаем продолжить. Понятия не имею, почему это произошло, но... зависло. Я бегом давай сохранять записанный материал, так как, блин, может зависнуть и... 2 часа игры и коту под хвост. По бырику посохранял все и перезапустил игру. Сейчас, если все нормально будет, будет задание вернуться к тигру.
это Шнель. Где тут у тебя вход, Шнель? Лобешник прям. О, ничего себе кабан. Не знаю, кто там стреляет, но стреляет точнее. Eine Sekunde. Behaltet die Fenster im Auge. Вернитесь к тигру. Да вернулся я к тигру. Мы того пацана найдем еще или нет? Или все, умрут, пацан останется. Ты конченый? А нельзя было ворваться туда? Блин, найду документы, ладно. Тут везде американцы, американцы везде эти. Америкосы, они повсюду. А русские, интересно, тут есть? Что это такое? Что-то выглядит... Выглядит стрёмно. Да блин, ёлки. Хрень, она что, проржавела? Так, важные документы, хз сколько метров. Что там у ребят со зрением, неизвестно. Показалось. Все, теперь рашим. Get ready. Хлобысь ворвался. Хлобысь ворвался, нихера. Граната, блин. Дисковый магазин. Или как это назвать? Ну, блин, я туда не могу как-нибудь зайти через вот, вот эти красивые двери. Так, хочу тут кучу американцев на этажах, а их только так трах-трах-трах-трах. Чё, немцы застрелились, блин, или вас коснули? Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Да, драпаем отсюда. Драла это точно. Тихонько и без пыли. Блин, кто? Давай, регенерейшн.
Regeneration complete. А, блин, не перезаряжай ты это. Бросить приманку. У меня тут и панцерфаст. Что ты хочешь, блин? Вот эта ржавая хрень еще стреляет. Или она грязная просто? Вижу. Братюни, я рядом. У штаба в церкви. В церковь. Че, прикалываетесь? Ладно. То есть некоторые моменты я могу разломать, некоторые нет, окей. Такая музыка накаляется. Шмели. Попал. Или не попал. Кто это был, блин? Кто это сделал? Понял. Чё они вид от первого лица убрали? Я тут час. Или типа они считают, что прицела тебе хватит? Так, налево, направо, не пойму. Откуда стреляют, значит туда. Какие-то жирненькие пошли. Да, Берлин расхерили, капец. Ничего тут вообще не осталось. Потом поделили страну победители. Да. Сорок метров, тридцать метров. Где-то уже рядом.